Уже к вечеру Земля окажется во власти сильной магнитной бури, влияние которой будет сохраняться и весь завтрашний день. Это вызвано серией вспышек на Солнце, которые привели к выбросу мощного потока заряженных частиц. Сейчас он направляется в сторону нашей планеты. Как правило, подобные аномалии негативно сказываются не только на работе мобильной связи и навигационного оборудования, но и на самочувствии метеозависимых людей. Это может быть недомогание, сонливость, перепады давления. Врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки.